Давайте еще раз. Грамматика нырагу. Оправдание. Причина. Очередная грамматика, указывающая на то, что из-за какого-то события или действия случилось то-то. Для упрощения освоения этой грамматики давайте вспомним наши пройденные похожие грамматики. Грамматики такие как асоусо, китэмуне и уника. У этих трех грамматик смысл 100% один и тот же. Есть маленькая разница между асоусо, китэмуне и уника, но она такая незначительная. Сейчас вам пока это не надо. В дальнейшем, когда вы будете часто видеть, слышать, как разговаривают корейцы между собой, вы будете понимать эту разницу. Просто на словах объяснить немножко тяжело. Если вкратце, то асоусо звучит более мягче, чем китэмоне и уника. То есть корейцы, когда общаются между собой, они пытаются выразить свое микро-микро настроение, что ли. А вот если он говорит китэмоне или уника, то он выражает, что вот эта негативная ситуация случилась, вот поэтому так получилось. То есть китэмоне и уника более отрицательная форма, чем асоусо. А сегодняшняя грамматика также указывает на причину, но используется эта грамматика в определенных случаях. В случаях, когда мы оправдываемся от негативной ситуации, что из-за какого-то действия или случая так получилось. И также в этой грамматике есть особый момент. Когда мы говорим о причине, мы также еще определяем тот самый отрезок времени, из-за какой причины я не смог пойти, сделать или быть где-то. Смотрите. Апасо пингоне канераго мадвасео. Болела, поэтому пошла в больницу и по этой причине не смогла идти. Не смогла прийти почему? Потому что в тот период ходила в больницу. В тот отрезок времени, когда она должна была быть в школе, она была в больнице. Фишка в этой грамматике указать собеседнику тот момент, из-за чего что-то не получилось. Вот и вся грамматика. Итак, запомним, что на сегодняшний урок, в данный момент, грамматика нырагу мы рассматриваем для тунгса. Тунгса плюс нырагу. Запишем примеры и перейдем к домашней работе. Первый пример. Чонэн кунгбуха нырагу чунгсары мотэсэ. Я учился, поэтому убраться не смог. Второй пример. Чингурэль. Мананрагу кумбурыль матэсэ. Друга встречал, поэтому учиться не смог. Третий пример. Чонсуханрагу чонасорирыль матэрасэ. Убирался, поэтому телефонного звонка не слышал. Четвертый пример. Нэнгэсо тонэль чанрагу посырыль матэсэ. В банке снимал деньги, на автобус не сел, то есть опоздал на автобус. Обратите внимание, во всех четырех случаях идет оправдание. Плюс четко указывает время. В то время, когда он должен был убраться, он занимался. В то время, когда он должен был учиться, он встречал друга. В то время, когда звонил телефон, он убирался. И в то время, когда он снимал деньги в банке, когда он был в банке, автобус его ушел. Легко? Легко. А теперь давайте посмотрим примеры с асоусо, уника и китэмоне.
как вот они отличаются от нырого. Например, вот первый пример. Юри насо ягы могосео. Температура поднялась, поэтому лекарство выпил. В первом примере мы можем подставить грамматику любую из этих трех. Асоусо и никай китэмуне. Смысл не поменяется никак. Юрина китэмуне ягльмогосе. Юрина ника ягльмогосе. Юрина со ягльмогосе. Но сегодняшнюю грамматику мы сюда не подставим никак. Юрина нэраго ягльмогосе. Вот смотрите, у него поднялась температура. Поднялась температура, и потом он выпивает лекарство. Это не в тот период времени, и это не оправдание. Это причина. Почему я выпил лекарство? Потому что поднялась температура. Второй вопрос. Чега сэрэльшируайсо ури гаджогын киудианаю. Я не люблю птиц, поэтому моя семья не держит их, не разводит их, не держит их. Вот в этом случае то же самое. Здесь мы можем подставить любую из этих трех грамматик. Смысл у нас не поменяется. Но нэраго сюда мы никак не подставим. Почему? Потому что это не оправдание, это причина. И здесь мы не говорим о периоде времени конкретном. То есть моя семья вообще не разводит, потому что я не люблю птиц. Третий пример. Суага андесо онель чамшимы анмогоя. Не переваривается еда, поэтому сегодня я не обедаю. И последний, четвертый пример. Пугом сага пульчинчоре расо пугоме кайпанесео. Страховой агент недоброжелательный, поэтому страховку не сделал. То есть страховой агент недоброжелательный, поэтому я не заключил с ним контракт, не сделал с ним страховку. Вот и все. Смотрите. Прочитайте все четыре примера. Ни в один в этот пример мы не сможем подставить нэраго.